Да, я уже снимаю. Упадет. Да ничего не упадет, не волнуйся. Ну, если упадет, будет забавно. Никто отсюда, наверное, еще никогда в жизни не ронял. Вообще просто шикарнейший вид отсюда открывается. Да? Я такого вообще не видал. Чтобы на речку еще выходило, вообще замечательно. Это Муром. Ну-ка, расскажи нам, Рома, что-нибудь о Муроме интересное. Муром. Ну, тут родился Илья Муромец. Так, основан в... Ладно. А Навашино в каком году основано? Ты же Навашино живешь, да? Да, нет. Понятно. Отсюда видно, кстати, его немного. Немного? Ну, я отсюда вижу три церкви, наверное. Первая церковь, вторая церковь и третья церковь. Мы поднимаемся очень медленно и очень забавно. Почти наверху, кстати. Дай мне камеру. А вот еще одна церковь. Вот этот великолепнейший мост, который ведет через реку Аку. Вы видим реку Аку. Я не знаю, что мы еще видим. Видно, да? Что мы там видим? Я не знаю, что мы там видим. А вот еще одна церковь. А там еще одна церковь. Короче, церквей здесь очень много. Они очень красивые, старые. Держи. Тоже поснимай. А, идет запись. Да, куда он денется? Мы все видеозаписи просто удалили, уж. Естественно, будет. Молодцы. Что ты нам скажешь? А, я скажу, что я первый раз побывал на Навашино, как в самом Муроме. Здесь очень интересно, красиво и необычно. Особенно необычно. Что, вы, впрочем, меня и привлекает. Вон мои родители сидят. Да я уже показывал. Забавно. Такие маленькие. Маленькие. Ну что, давай раскрутим. Слушай, тут... Бля. Где там, да? Шуруп. Да мне кажется, здесь люди никогда до такого не додумывались даже шурупы эти откручивать. На память. Пару шурупов с парка аттракционов. Без этих грязных стекол было намного все лучше. Вон Навашино. Вон. Где вон? Вон там, вон Навашино. Там вон совсем, да? Вон там. Ты видишь свой дом отсюда? Да, конечно. Вон там, видишь точку? Видишь, мне кажется, вниз мы спускаемся быстрее, чем наверх поднимаемся. Мне кажется, он разваливается, и мы все умрем. А нет, давай. А то я переживал очень сильно. Итак, что же я теперь знаю о Муроме? Муром – маленький город. У них красивый мост, много церквей. И здесь жил Илья Муромец. Все. А Круг? Круг? Михаил Круг, что ли? Да нет, обозрение. А, отличный Михаил Круг. Ставлю лайк.